Принимаются меры по предотвращению затопления посевов. Был создан оперативный противоаварийный штаб, готовый к действиям в чрезвычайных ситуациях. Были созданы эвакуационные пункты, подготовлены запасы продовольствия и предметов первой необходимости. Паводковым явлением подвержены населенные пункты, располагаемые на прибрежной зоне рек. В Астраханском районе это села Старый Колутон, Ягодная, Жанатурмыс, Жалтырый и Коскуль. Из местного бюджета на 2023 год выделено более 8 миллионов тенге на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Приобретены необходимые материалы и топливо. На весенний период Акиматом района привлекается специализированная инженерная, водооткачивающая, эвакуационная и вспомогательная техника коммунального хозяйства и хозяйствующих субъектов. Количество 78 единиц. В Егентукольском районе подготовлены к оперативному реагированию силы и средства 14 служб гражданской защиты. Работают 12 пунктов эвакуации. На сегодня подтопление домов, размытие автодороги местного и областного значения на территории района не имеется, отметили специалисты. Сотрудниками отдела совместно с местными исполнительными органами, волонтерами, а также заинтересованными лицами на постоянной основе проводится профилактическая работа с населением района в части доведения о необходимости подготовки своих домовладений по очистке дворовых территорий, по вывозу снега, очистке водопропускных сооружений, труб, расчистки от снега и льда водосточных каналов. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах района создана инженерная, транспортная и дорожная службы. Зарина Беккалиева, Медет Кайркенов, Кукши, Ахпарат.